Саш, приветствую тебя, поздравляю тебя с победой. Расскажи немного про свой бой, про своего соперника и про сам поединок, как он проходил. В принципе, как я рассчитывал, 3 раунда было, хотел продышаться в этом бою. Слава богу, соперник дал возможность продышаться мне в этом бою. Готовился под него чисто в стойке драться. Я видел, что он борется чуть-чуть, такое, не особо он хорошо бьет, поэтому решил проверить свои навыки в стойке. Пробивал хорошо, видимо, раз победил. И, в принципе, он был медленнее меня, поэтому все удары, которые пробивал, просто залетали. Поэтому я решил не форсировать события. И методично просто в стойке старался работать с ним. У тебя вот первый раунд прошел, грубо говоря, разведочным. Второй уже начал больше набирать обороты. Да, получается, в первом раунде я просто пробовал разные удары, которые заходят. А во втором раунде он уже тоже, видимо, потому как проигрывал, это было прогнозировано, что он пойдет у меня вперед. Поэтому я больше встречал, контрил. Ловил его на ошибках, он часто проваливался, я закидывал. У меня было в бою несколько возможностей нокаутировать. Сбиваю с них и одразу ж починаю добивати. Барабаш, ще я, которого знаходиться в захваті, пробує звалити. Так как, в принципе, по всему поединку я вел бой, поэтому я решил не рисковать. Был на сборах неоднократно. От лиги WWC во Франции, поэтому есть немножко опыт. Тренера советуют, если ведешь бой, то не надо форсировать события. То есть, если ты выигрываешь, то не нужно рисковать, в принципе. То, что я и сделал. Продышался все 3 раунда, отработал, победил. И теперь буду готовиться к реваншу с Энди Янгом. Да, Саша. Хочу забрать свой пояс. Хотел по поводу Энди Янга спросить, у вас должен был быть по идее, вот этот реванш, как раз вот год прошел на этом турнире, но, к сожалению, у Энди не получилось там выступить на этом турнире и сделали претендентский бой. Как ты настроен на реванш? Положительно. В принципе, глядя на прошлый бой наш, первый раунд я выиграл, просто, видимо, он был чуть-чуть опытнее меня, поэтому я как бы... не расстраиваюсь, а всегда иду вперед и тренируюсь с большей верой в себя. Я думаю, что следующий наш бой пройдет по другому раскладу. Так как я уже дрался с ним, я знаю его сильные стороны. И просто нужно чуть-чуть физически сильнее быть, функционально подготовлен больше. Рефері поєдинку дуже уважно стежить. Які небезпечні удари пропускає. Олександр Барабаш очікує, він гонку, коли ж він пролунає, ось. The winner of this bout by technical knockout in the round 2 and the new champion of the world. После проигрыша Энди Янгу ти провел 3 поєдинки, да? Считаешь, что это достаточно того, чтобы набраться немного опыта? Да, конечно, после каждого боя ты набираешься опыта. Также во время тренировочного процесса, спарринг-сессии разные в различных клубах, в различных городах, ты также набираешься опыта. То есть это такие мини-поединки тоже для тебя. Поэтому из каждого боя нужно выносить какую-то, либо хорошее что-то для себя, либо негатив, который будет. Просто его нужно превращать для себя в позитив. Постоянно совершенствоваться и оставаться на месте. Примерно на WWC 10, да, проведется поединок, реванш? Я думаю, что на следующем турнире уже будет анонсирован этот бой. Это февраль? Хотелось бы, да, февральский турнир. Может быть, если что-то там пойдет не так, то на следующем. В принципе, я буду готов к любой дате. Ты особо без травм, да? То есть никаких травм нет, то есть ты буквально... после боя пока адреналин... Буквально... Сейчас ты немножко и буду падать, я Ну, буквально тебе восстановиться, там максимум 2 недели, как раз сейчас будут новогодние праздники, Рождество, и потом уже обратно приступать к работе. Да, новогодние праздники пройду с семьей, с друзьями, немножко отдохну и буду... входить в тренировочный режим дальше. Я надеюсь, чтобы твой реванш как можно быстрее состоялся и чтобы ты в нем одержал победу. Саша, поздравляю тебя еще раз.